Сегодня сотрудники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник. С этим днем их и ветеранов поздравил в Рио главы Дагестана Владимир Васильев. В тексте, в частности, говорится: «От вашей слаженной работы во многом зависит укрепление законности и правопорядка, защита конституционных прав и интересов граждан, эффективность борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом в республике. Деятельность сотрудников прокуратуры и в дальнейшем должна соответствовать высоким профессиональным и нравственным стандартам, служить надежной защитой государства, общества, каждого гражданина, без относительно его статуса и социального положения от преступных посягательств. Желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия». Конец цитаты.